Всем привет! Сегодня мы будем знакомиться с новым приборчиком от Принцесс Тортилья. И буду выпекать ленивую такую очму. Ну, ленивую, потому что будет с лавашом, и это будет все быстро. То есть именно на этой очме я хочу, так скажем, познакомить вас и сама познакомиться с этим приборчиком. Ажиотаж возле этого приборчика был очень большой, то есть мы делали предзаказ по более низкой цене, чем той, которая сейчас есть на сайте. Все ждали, ну, в принципе, это было очень интересное такое ожидание. Мне его купили девочки-москвички, Иринка Мимоза мне купила и уже потом сюда только переслала, потому что мне было очень сложно заказать на магазине, у меня никак не проходила оплата. Но, наконец-то, так скажем, мне его купили, и он до меня доехал. Вот этот самый приборчик. Что из себя представляет этот приборчик? Это такая, как бы, сковорода-сотейник. Одна у нее глубокая часть, где-то здесь 4 сантиметра, и другая более такая плоская часть. Он с переворотом, что последнее время меня подкупает в этих приборчиках, с регулятором времени. И температуру. Температуру, конечно, я не знаю, какая здесь, но есть уровни нагрева 1, 2 и так до 5. Я готовила в этом приборчике омлет, пока он меня не впечатлил, то есть он не такой пышный. Делала яичницу, вот это очень мне понравилась, яичница с томатами. Очень просто замечательная, быстро все приготовилось. Делала такую а-ля пицца, а-ля лепешка, тоже хорошо получилось. Ну и в принципе все. Пока я еще ничего не делала, то есть я его получила вот буквально, ну, несколько дней назад. То есть мне его привезли, забрали. Поэтому сказать, что я прям, ух, сколько много попробовала, не могу сказать. Очень крепко приборчик к столу крепится, то есть такие липучки довольно-таки сильные. Здесь есть какой-то такой рычаг, чтобы прибор вот так стоял в таком состоянии. Но рычаг очень хлипкий. Не рекомендую никому этим рычагом пользоваться, он просто-напросто, мне кажется, сломается. Поэтому не надо, лучше найти какую-то такую, чтобы прислонить его к чему-то, к стеночке или еще к чему-то, чтобы он стоял, держался. Ручка-закрывашка тут такая есть, защелка, так, чтобы он вот... приборчик не разлетался, когда он у вас будет стоять вот в таком состоянии. То есть, если куда-то нужно его так приткнуть, встанет хорошо. Покрытие. Пока покрытие могу сказать, что, ну, хорошее, что я только делала на нем. Снимается все легко, протирается все салфеточкой бумажной, потом просто мокрой салфеткой протирается. Как будет служить, не знаю, посмотрим. Но приборчик мне понравился. То есть понравился, не знаю, как бы, насколько рекомендовать его к приобретению, не рекомендовать, не могу сказать. То есть это дело выбора. Но меня подкупил размер, глубина чаши. Ну и вообще, в принципе, я люблю эти агрегатики. Поэтому сейчас мы с вами будем делать очму. Как она получится, мы посмотрим. И уже сделаем еще выводы. То есть еще для каких продуктов нам надо. Девчонки пекли запеканку творожную, творог я купила, то есть посмотрю, сделаю, если что, запеканочку. Курочку жарили, картофель я жарила, вот еще что, картофель я жарила, картофель мне понравился. Понравился картофель, то есть даже назвать, что его жарила, не могу, я его запекала, скажем так, на максимальной практической температуре. Получилось здорово с такой румяной корочкой. Ну, конечно, аэрофритюрница и кузинка делают это дело лучше, но когда надо вот такую маленькую небольшую порцию, здесь отлично. Хотя фритюрница, аэрофритюрница и кузина мне в плане картошки нравится больше. Ну да ладно, начинаем делать нашу ленивую очму. Для этого нам потребуется лаваш обычный, вот такой тонкий. То есть у меня здесь приготовлено 2,5 лаваша. Ну, посмотрим, сколько мне потребуется. Пол-литра кефира, 2 яйца. Здесь у меня 300 грамм адыгейского сыра и где-то 200 грамм сыра для пиццы. Покупаю у нас в магазине. Он у нас идет как сыр моцарелла, сыр для пиццы. Мне очень нравится, хорошо плавится. Таким большим батоном продается. Возможно, наш местный производитель, честно говоря, не смотрела. Но сыр хороший. То есть обязательно посмотрю, чей производитель. И, по крайней мере, даже если кто-то вдруг челябинский меня смотрит, я его рекомендую. То есть именно для пиццы, для всевозможных лепешек, вот для запекания сыр просто идеальный. Плавится вот прям шикарно. Итак, начнем. Пол-литра кефира, 2 яйца.
Посолю все адыгейской солью. Ну, где-то пол чайной ложечки, чуть меньше. Все, вот такая смесь у нас. Дальше, что мы делаем дальше? Дальше мы возьмем вот такой лавашик. Я пока включать нагрев не буду. Вот такой лавашик. Работать мы будем с ножницами. То есть вот такой лаваш. Его можно вырезать, конечно, по кругу. Но я вырезать не буду. На всякий случай маслом сбрызну. Не знаю, как себя будет вести покрытие. Ничего не могу сказать. Выпечку я еще здесь такую не делала. Но лепешку, которую пекла, выпеклась прекрасно. Так. Теперь что мы делаем? Вот так вот кефирчиком мы все поливаем. Здесь у нас кефирчик и два яйца, вы помните, да? Пол-литра кефира, два яйца. Мы вот так все польем это дело. Здесь у нас 300 грамм адыгейского сыра и 200 грамм сыра для пиццы. Вот так посыпем. Адыгейский сыр, можно творог. Я просто разломала руками. А сыр для пиццы натерла на довольно-таки крупной терке. Так, здесь у нас еще лаваш. Мы его сделаем с вами следующим образом. Можно воспользоваться ножницами, и это будет удобней. То есть мы разрезаем лаваш. Можно сказать, на произвольные куски. На такие квадраты, треугольники, я не знаю, хоть что. Что у вас получится. Вот на такие произвольные кусочки. Вот на такие произвольные кусочки мы разрезали наш лаваш. И теперь мы будем следовать следующим образом. Наши кусочки мы помещаем вот в кефирную смесь. Руки у меня чистые, я их мыла в перчатках, я не работаю. Я готовлю дома, поэтому руки у меня предварительно перед тем, как готовить, я мою. Это если вдруг кто-то мне скажет, что я работаю без перчаток. Я работаю без перчаток. Я очень сомневаюсь, что кто-то дома работает в перчатках. Вот так мы сделали. Теперь делаем вот так. То есть вот так вот мы сделаем несколько слоев. Здесь даже можно несколько туда положить, чтобы они лучше пропитались. На стол, конечно, капает, но мы потом все вытрем, уберем. Все сделаем вот так вот. И так несколько слоев, насколько у нас с вами хватит сыра. Сейчас мы вот так вот попытаемся здесь, так чтобы у нас легло все это хорошо. У нас еще один лавашик. Вот таким образом мы его разорвем. Здесь нашим кефирчиком мы пропитаем вот это, чтобы оно у нас было пожиже. Вот. Здесь у нас вот так вот
Лавашек возьмем. Что-то где-то порвалось, это не страшно, даже еще лучше будет, как слоеный вариант такой. Пытаемся закрыть ровно. Так, мы собрали нашу ачму. Я понимаю, что это, возможно, выглядит не очень эстетично, мои руки в кефире, но так удобней. Так удобнее делать именно все руками. Мы собрали нашу ленивую ачму. Вы помните, здесь у нас использованы 2,5 лаваша. Также у нас здесь пол-литра кефира, 2 яйца, 300 грамм адыгейского сыра и 200 грамм сыра для пиццы, который у нас продается в магазинах, скорее всего, наш местный производитель. Называется у нас, так скажем, моцарелла. Ну, конечно, это не моцарелла, но сыр для таких видов выпечки очень удачный, хорошо плавится, просто замечательный. Итак, будем готовить ленивую ачму. Эту сковородочку тоже сбрызну на всякий случай маслицем. Просто на всякий случай, я не знаю, насколько она прилипнет, не прилипнет. Но маслом сбрызну и вот так сделаю. Закрываем крышечку. Защелкну на защелочку на всякий случай. Выбираю время. В мультиварке я выпекаю всегда это где-то минут 20. Здесь вот я поставила 22 минуты. И режим я выберу. Ну, пока сделаю тройку, а там посмотрим, возможно, буду выпекать между 3 и 4. Пока я поставила, ну, давайте на 3,5. И так мы ждем, ну, 20-25 минут, и потом я покажу, что получилось. Тортилка выпекает ачму 20 минут. Крышку я открыла во время приготовления, потому что полезла жидкость вот отсюда. Скорее всего, еще придется и попечь минут, наверное, 5. То есть, ну, как вот я делаю в мультиварке, 25-30 минут. Так, в принципе, она уже готова. Довольно-таки пышная. Зажаристая. Но продуктов можно было сделать чуть-чуть поменьше. Все-таки придется приноровиться к этой тортилки, потому что сейчас я увеличу на 4,5 где-то. И сейчас я... Ой. Все, она закончила. Сделаю еще чуть-чуть, меньше 5 минут. То есть 20 минут она стояла. Сделаю меньше 5 минут. И сейчас сделаю вот такой трюк с переворотом. Хоп. Перевернула. В принципе, из-за чего я купила эту тортилку, именно за счет вот этой системы переворота она меня подкупила. То есть, что должно быть очень удобно, но сейчас посмотрим. Тортилка поползла у меня, имею в виду ачма моя поползла чуть-чуть. Ну, надеюсь, отмоется легко у меня приборчик. Сейчас она у меня чуть-чуть... Да, получается 4, ровно так. И еще вот я выставила где-то 2,5-3 минуты. Сейчас мы смотрим, она, ну, бежит, она, конечно, бежит. Выбегает, конкретно бежит. Не знаю, видно, нет. Сейчас подтяну. Присоски тут прям намертво. Сейчас я посмотрю, как это будет. Надеюсь, что приборчик легко будет отмываться. Честно говорю, не пробовала еще ничего отмывать. Вот вблизи мы видим, как у нас эта тортилка себя ведет. Так, мы видим нашу ленивую ачму. Вот видите, она какая замечательная. Румяная. Сейчас она чуть-чуть остынет. И я покажу разрез. Прошло, наверное, минут 5-7. Надеюсь я, что наша ачма остыла, и мы ее можем сейчас достать. Стараюсь ее вот сюда перенести. Так.
Вот таким образом нашу ачму мы перенесли. Вот такая наша ачма получилась замечательная. Сейчас я кусочек отрежу. Попытаюсь отрезать, потому что она горячая. Ой. Сделать это будет, в принципе, сложноватенько. Она еще прям пытается течь, бежать, но попробую отрезать. Лучше, конечно, ждать полного остывания, ну или хотя бы такого тепленького состояния. Вот такая ачма у нас получилась замечательная. Такой кусочек нашей замечательной ачмы. Это она еще горячая. Очень горячая еще. Там даже пар идет, я не знаю. Вот видите, какие слои. Вот. Всем пока-пока. И до новых встреч. Всем пока-пока.